Привет, ребятки! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня по вашим просьбам я слеплю несколько видов мультяшных котов Cartoon Cat. Постоянные зрители моего канала знают, что я лепил как обычного мультяшного кота, так и мультяшного пса, а также другую разновидность мультяшного кота, некоторые называют его котопсом, а также я лепил скин мультяшного кота в игре Minecraft. Слеплю я сегодня 7 новых фигурок. Первым будет мультяшный кролик. У него большие кроличьи уши, которые могут слышать любой шум. Так же, как и мультяшный кот, он может растягивать части своего тела. Мультяшный кролик опасен, как и другие. Если он нападает на кого-то, то сначала создает морковку из плоти и костей жертвы, а затем съедает ее. При встрече с мультяшным кроликом, чтобы выжить, нужно дать ему обычную морковку. Он ее съест и не будет нападать. Кстати, ребята, если вы знаете и другие виды мультяшных котов, которых не будет в этом видео, то пишите в комментариях, и, возможно, я слеплю их и сделаю продолжение. Вот такой мультяшный кролик у меня получился. Далее я слеплю мультяшного кота-робота. Мультяшный кот-робот был создан учеными для борьбы с мультяшным котом. В его уши встроены специальные сенсоры, которые способны определять приближение мультяшного кота. При этом он подает сигнал. Также его глаза хорошо видят в темноте, что также помогает в борьбе с мультяшным котом. Руки робота могут удлиняться. При нападении мультяшного кота на человека робот может защитить его. Вот такой у меня получился робот-мультяшный кот. Далее я слеплю мультяшного котопса. Мультяшный котопес представляет собой существо с четырьмя лапами-руками, на которых надеты белые перчатки, и двумя головами, одна из которых – это голова мультяшного кота, а вторая – мультяшного пса. Как появилось это существо, неизвестно. Также неизвестно, опасно оно или нет.
фигурка мультяшного кота-пса готова. Далее я слеплю фигурку паука мультяшного кота. Этот вид мультяшного кота очень похож на паука, отсюда и название. У него 8 лап, а на голове 6 глаз. Он может плести паутину и охотиться, как настоящий паук. Вот такой паук мультяшный кот у меня получился. Следующей фигуркой будет сиреноголовый мультяшный кот. Сиреноголовый мультяшный кот – это вымышленный вид мультяшного кота. Представляет собой сиреноголового черного цвета, у которого сирены похожи на головы мультяшного кота и пса, на его руках также белые перчатки. Вот такой сиреноголовый мультяшный кот у меня получился. Далее я слеплю мультяшного кота в виде вампира. Мультяшный кот-вампир – это очень редкий вид мультяшного кота. Напоминает гибрид мультяшного кота и летучей мыши-вампира. Во рту у него два острых и длинных клыка, а за спиной два крыла, при помощи которых он может летать. Этот вид мультяшного кота охотится по ночам и хорошо видит в темноте. У него вертикальные зрачки.
Вот такая фигурка мультяшного кота-вампира у меня получилась. Далее я сцеплю мультяшного кота-малыша. Малыш-мультяшный кот – это самый безопасный и дружелюбный вид мультяшного кота. Выглядит как кот маленького роста, одетого в подгузник. У него только два зуба на верхней челюсти. Он очень любит есть мороженое. Вот такой прикольный малыш мультяшный кот у меня получился. Ребята, огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, поддержите наш канал, а также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Все полезные ссылки есть в описании под видео. Желаю вам отличного настроения, до скорой встречи!